помогают. Напомним, накануне в СМИ появилась информация о страшной аварии с участием Алексея Воробьева, в результате которой музыкант попал в реанимацию. Накануне в одном из моллов Алматы прошло открытие очередного модного бутика. Ничего особенного. На первый взгляд, тривиальная презентация, если бы не одно «но». Среди моделей была замечена Роза Рымбаева. Как выяснилось, народная артистка Казахстана стала лицом итальянского дома моды. Конечно, я никогда не была манекенщицей. Я даже ходить не умею вот этими ножками, перебирая. Это мне смешно, я даже этого не стала делать, потому что у меня не получится это. Роза Куанышевна держалась весьма скромно. Главным месседжем примы стало желание изменить вкусы современной казахстанской молодежи. Напомнить, что не одежда красит человека, что и послужило причиной согласия на участие в рекламной кампании бренда. К слову, сын Дивы, номинант премии EMA, Али Акапов, был весьма удивлен, узнав о новом увлечении мамы. Я до этого понятия не имел, что она собирается открыть магазин. Она мне сказала: так, как бы между делом, я магазин открываю. В смысле, как? И вот так вот и получилось, что она еще и лицо бренда, и... безумно рад. Отметим, что лицом торговой марки Роза Рымбаева становится впервые. А вот для Арнура Истебаева роль ведущего привычна. На этот раз Арнур не только отменно выполнил все функции, возложенные на него организаторами, но и подкинул перчика, откровенно заявив, какой он на самом деле. Арнур Истебаев. Вы знаете, Арнур Истебаев дома обычный сын, любимый сын, на работе... руководитель, а так вообще в жизни, ну, наверное, пафосная с***. Как видим, вечер удался. Городские модницы получили новую фэшн-обитель для создания виртуозных луков, а Роза Куанышевна – новая амплуа. Создание своей коллекции одежды в Голливуде